Всем енот, друзья, с вами Пуховик, и сегодня я покажу вам, как удалять лишний шум с помощью программы Audacity, или Audacity, в общем, как-то так. Если у вас фон от микрофона, либо фон от системного блока, как в данном случае у меня, то есть у меня микрофон записывает лишний шум системного блока. Ну, я не знаю, вот здесь, по крайней мере, видно, то есть тишина, но фон идет. Давайте вот нарежем кусками звуковую дорожку. Так, это сюда. Вот у нас типа такая получилась после монтажа звуковая дорожка. Твоя запись. Бла-бла-бла и что-то там. Вот, в общем, прекрасно видно, что здесь есть шум, есть голос. Итак, что мы делаем? Самый такой нормальный и эффективный способ — это сначала рендерим эту звуковую дорожку в отдельный файл. Ну, смотрите, если у нас здесь, допустим, будет еще какие-то аудиотреки, да? То есть там музыка или еще что-нибудь. В принципе, нам, допустим, ее не нужно обрабатывать. Вот так вот, да, у нас будет. То мы просто ее приглушаем, либо ставим эту дорожку соло нашу с нашим текстом, с голосом. И тогда при рендере будет рендериться только вот эта вот активная дорожка. А далее берем рендер. Вот у меня фаворит уже отмечены. MP3. MP3 файл мы рендерим. Сохраняем тестовую папочку. Noise тест. Так, это все дело быстро у нас рендерится. Теперь кидаем в Audacity. Нам нужно записать шум микрофона. То есть мы просто запускаем запись и секунды три ничего не делаем. Таким вот образом у нас получилась дорожка с шумом, то есть либо фон микрофона, либо фон системника, что-то. Ну вот у меня, допустим, уже я сохранил это. У меня есть отдельный файл от шума моего микрофона. Так он называется. Чтобы каждый раз не перезаписывать, выделяем какую-то часть, выбираем эффекты удаления шума, создать модель шума. Все, модель создана. Теперь кидаем сюда наш звуковой файл из нашего видео. Вот он. Раз, два, три, тестовая запись. Вот, выделяем его весь. И эффекты, повторить удаление шума. Вот мы видим, шум удалился. По крайней мере, какие-то всплески есть, но незначительные. Экспортируем. Так, сохраняем туда, где будет наше видео жить. Называем его, допустим, уже чистый звук. Сохраняем, он быстренько рендерится. Так, и теперь самое главное — правильно свести. Вот так мы сюда это все дело кидаем. Так, эти дорожки лишние удалю. И смотрите, вот почему-то, я не знаю, только у меня может быть, а у Audacity, когда он сохраняет, он смещение, видите, небольшое есть. То есть нам нужно выровнять звуковую дорожку, чтобы не было эхо и отставания. Раз, два, три, тестовая запись. Ну, в принципе, вроде как нормально, вроде эхо никакого не слышно, все ровно. Так, ну, допустим, вот возьмем интро. Если вдруг кто не знает, как отдельно удалять, вот эта кнопочка с замком, и мы отдельно убираем звуковую дорожку и уже накладываем раз, два, три сюда нашу готовую дорожку. Затем выделяем оба с помощью кнопочки Ctrl, звук и аудио, и делаем группу, создаем новую группу, и теперь можем одновременно, вот они синхронизировались, мотать все это дело. Раз, два, три, тестовая запись. Вот теперь, видите, в тишине вот шума практически нет. То есть, если он даже здесь и показывается какой-то небольшой, но, в принципе, его не слышно. Это такой самый эффективный способ. Есть еще один способ, он самый быстрый, но и самый неэффективный. Это, так, мы выбираем нашу звуковую дорожку, которая нам нужна. И здесь есть такая фишка, называется Noise Gate. Добавляем ее, и он просто отрезает шумы, звуки определенного уровня. То есть мы вот выставляем, допустим, он
минус 28 дБ он будет отрезать. В принципе, это хорошо, если шум явный, а музыка у нас, допустим, или голос, она гораздо громче, чем наш шум. Тогда это, в принципе, быстрый способ избавиться от шума. Но, к сожалению, иногда, если вы в некоторых моментах тихо говорите, или музыка там какая тихая пошла, то это все будет тоже отрезано, поэтому я не рекомендую этим пользоваться. Ну, то есть от ситуации. Лучше пользуйтесь первым способом, и будет вам счастье. Что ж, ребят, всем удачи. С вами был Пуховик. Подписывайтесь на канал. Пока. Если холодно зимой, покупайте пуховик. Если денег дохуя, покупайте пуховик. Он спасет тебя всегда, твой китайский пуховик. Ты видосы зацени, поставь лайк и подпишись.